Здравствуйте, дорогие друзья, гости, подписчики моего канала. Давайте посмотрим, что хотят вам сказать карты. Расклад будет без темы. Итак, что хотят вам сказать карты? Знаете, здесь хотят сказать карты, что закончится какая-то тяжелая здесь ситуация, связанная с вашим мужчиной. Эта ситуация, она подходит к концу. Потому что здесь десятка мечей, смотрите, четверка мечей. Здесь у вас была тяжеленная какая-то ситуация. Возможно, связана с вмешательством третьих лиц. Возможно, вмешательство соперницы, еще кого-то. Вы видите, вы отбиваетесь от жезл, и вот к вам направлено еще 6. Вы отбиваетесь, то есть какая-то здесь была борьба за мужчину. Может быть, эта борьба была видимая, возможно, это была невидимая, возможно, там ходили в церковь, молились, там просили высшие силы о чем-то. Вы знаете, вот эта ситуация, она уходит из вашей жизни. Вот этот негатив, вот эта вот борьба, она заканчивается. Здесь вы начнете, знаете, как, ну, все, десятка кубков, какая-то здесь придет наполненность вашей семьи, может, которая была такая же, да, жили счастливо, все хорошо, все было здорово. Вот это вы как отбиваете, возвращаете себе. Да, возможно, возникнет как бы новые какие-то, знаете, как виток новых отношений. Здесь хоть и дьявол, да, но здесь как бы я не вижу здесь негатива, потому что здесь девятка пентаклей, здесь, возможно, тройка пентаклей, здесь, возможно, новые какие-то страстные отношения. Отношения выйдут, возможно, после примирения на новый уровень. Да, сбудутся ваши все желания и мечты. Вот это хотели вам сказать карты. Подождите, если у кого-то такой сложный период, то, ну, стоит еще побороться, да, за свое счастье, за своего мужчину. Здесь речь идет о мужчине, об отношениях, и все встанет на свои места. И отношения, они перейдут на новый уровень, более страстные между вами. Всего вам доброго. До следующих видео. Всем огромное спасибо за добрые комментарии. Желаю всем счастья, любви, здоровья, удачи. Всего доброго еще раз.